В зеленых манишках с плакатами «Экопатруль» 86-го детского сада выдвинулся на стражу ближайших дворов. Участники акции выявляли нарушение правил парковки. А вот и первый нарушитель. Машину на газон оставить нельзя. Юные экологи оставили на лобовом стекле нарушителя послание, рисунок с напоминанием о правилах парковки. Кстати, результат рейда тут же дал плоды. Стоило патрулю уйти на несколько метров, водитель вышел и перегнал машину. С приходом весны, после таяния снега, были обнаружены некрасивые следы от протекторов шин на газонах. Конечно же, нам это очень не нравится, и поэтому мы с ребятами решили организовать экологический рейд под названием «Газон не парковка». И еще раз напомнить горожанам и жителям нашего микрорайона, города, в первую очередь водителям, о том, что газон – это не парковка. Вот так, например, автомобили распахали газон у дома Мира 83. Вместо травы осталась разбитая проселочная дорога. Глубокие следы от автомобильных колес на газонах. Сейчас такую картину можно наблюдать практически в каждом дворе Нижнекамска. И вообще это явление сейчас можно считать одним из признаков наступления весны. Автолюбители в большинстве случаев, конечно, ссылаются на отсутствие достаточного количества парковочных мест во дворах. Но, как говорится, было бы желание. Вот, например, водитель красного автомобиля для того, чтобы сохранить травяное покрытие, решил оставить свой автомобиль прямо у подъезда. Правда, жителям дома от такой парковки вряд ли стало легче. Даже к таким случаям автохамства некоторые пешеходы относятся с пониманием. Места мало здесь. Машины места мало. Или надо расширять дальше как-то. Очень плохо. Ходить негде бывает временами. Очень плохо. Штрафовать? Какие больше еще могут быть меры? Не убивать же. В этом году в Нижнекамске запускают новую информационную систему «Ангел». С помощью нее жители, пешеходы смогут сообщить о случаях парковки на газонах и тротуарах. Штрафы за подобные нарушения немалые. Для физических лиц от 2 до 3,5 тысяч рублей, для должностных от 5 до 20 тысяч, для юридических лиц от 50 и до нескольких сот тысяч рублей. Алмаз Кашаев, Илья Челноков, Новости НТР.